Друзья, всем салют. Вчера наткнулся на такое видео, где женоподобное существо, даже человеком не назвать, позор его родителям, что воспитали такую гниду и мразь, избивает паренька, который, если я не ошибаюсь, выступает на эпик-файтинге, Lexus или что-то типа того. Ну да бог с ним, априори слабее него. Он показывает свои навыки. Что ж ты, гнида, мразь, чушок, я не знаю, как тебя назвать, не показываешь свои навыки на нас, на бойцах. Приходи в хардкор, приходи в октагон или в ринг, я сниму с тебя всю шкуру. Я просто выбью из тебя все желание бить слабых. Просто найдите мне его, клянусь. Я просто сделаю все для того, чтобы он забыл дорогу домой.